Марина Абрамова – аппаратчик-оператор. Более 20 лет работает в совхозе. Ее коллеги говорят, в молочном производстве Марина – одна из лучших. Сегодня в ее руках цветы и благодарность от губернатора Подмосковья. Эмоции большие. Прям такие. Довольно впечатляющие. Приятные эмоции сегодня испытывает и Игорь Белов. Специалист по охране труда с большим стажем делится. Такие моменты всегда вдохновляют работать еще лучше. Ну, как бы механик я по призванию, не знаю. Мне нравятся эти работы по содержанию в хорошем состоянии помещений, по обслуживанию оборудования. Как бы я технический специалист изначально. В администрации сегодня приветствовали и представители педагогического сообщества. Директор музыкальной школы Вячеслав Мальцев в профессии больше 40 лет. Говорит, связать свою жизнь с музыкой было одним из лучших решений в жизни. Это в самом деле надо быть и художником, и мастером, и хорошим руководителем, и менеджером, особенно сейчас в современное время. Бережное отношение к слову, к интонациям и людям. Кроме наличия серьезных профессиональных качеств, журналист должен уметь сопереживать и просто уметь любить людей. Об этом, как никто другой, знает главред Одинцовского телеканала Евгения Уголькова. Журналист обязательно должен знать все, что происходит на той территории, на которой он работает. И все-таки очень хочется помогать людям. За высокий профессионализм и особые достижения 23 труженика из разных сфер получили свои заслуженные награды. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».